Книга «Открытым оком», том 1, тема «Вера», вопрос 4. «Вера от слышания, а неверие откуда?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что такое свет, ученые хотя бы пытаются объяснить фотонами, колебаниями, волнами, излучением. А что такое тьма? Это отсутствие света и более ничего. У веры есть определение. Евреям 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И есть семя, от которого она рождается. Римлянам 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Отсюда делаем вывод, что неверие там, где нет слышания Слова Божия. Менее всего оно слышится, почти не слышится в православных храмах. То есть самые активные насадители неверия – православные архиереи и священство. В неверии нет ожидания будущей жизни и нет уверенности ни в чем. Вот и все. И если будет когда-либо суд за гибель русской нации, за развал государства, то на первой скамье подсудимых будет сидеть православный клир с патриархом и школьные учителя. При покупке дома не дремли, главное, фундамент осмотри. Ни подмазки, ни единой щелки, трещинки, наклоны, разрушения. Остальное легче, недоделки, мелочи текущего значения. Так и в вере главное смотри, Бог один, а ипостаси три. За кого Иисуса почитаешь, Слову Божию в душе какое место? Часто ли Писание читаешь, стало ли Евангелие отвесом? Камень угловой на две стены, прочие проверь, от сатаны? Основание всей веры изначально, искупление, Голгофа, кровь Христа. Все иное в золоте сусальном, кособочит храмы по местам. Без икон и шагу не ступили, с ними воевали, ели, пили. Сколько на иконах потеряли мусульманство, секта и своих, из бумаги, бронзы и из стали, слезы, кровь, мироточение с них. Вера православная на память, тленный, скособоченный фундамент, властность патриарха и синода, тоже папство, чуждое писание, всех несогласных и в огонь, и в воду, и в цепях морозовские сани, доскрепели в 21 век хор архиереев, сонм коллег, хилые священники в попонах, к этой жизни присосались в сласть, тайные сексоты при погонах, закадили гаденькую власть, каждый сам свой путь устроить волен, из богослужений колоколен, проповедь о любящем Мессии, плотники, рожденном в Вифлееме, не КПРФ маразм России, но евангельское прорастает семя. 11 мая 2002 год, Игнатий Тихонович Лапкин.